В летних лагерях стартовала вторая смена. Торжественное открытие прошло в комплексе «Снежный». В этом году вместо традиционных отрядов – факультеты. В Академии будущего колымские подростки будут знакомиться с профессиями. Например, в планах проведения уроков по иностранному языку и финансовой грамотности. Но на первом месте – оздоровление, а соответственно – активный отдых под чутким руководством. Я люблю детей и от этого получаю больше удовольствия, чем зарплату. Я очень люблю свою работу и мне это важнее. В этом году вторая смена продлится до 27 июля. За это время в лагерях комплекса «Снежный» отдохнут около 300 детей.